Ого, господи. Тут удар. Тихо. Я не упущу. Наверное. Есть. Что там? Что творить? Ну что, начнем рыбалку. Блин, вечереет уже. Солнце садится. Ну, часок есть. Холодно, 40 градусов. Так, нету, дальше переходим. Надо искать рыбу. Что-то не клюет у нас. Ух ты, тычок. Есть. Эх ты, сошла. Что это, щука была, что ли? Ё-моё. Офигеть. Хорошо боролась, прям резко. Придем, ну запомним это место. Вечереет, блин, жалко сход. Возможно, поклевок не будет больше. У нас сначала тычок был, потом второй, и только с третьего раза засек. Даже не знаю, что там было. Ого, что-то тыкает, окунишка что ли? Ух, есть, нифига себе. Тихо. Что такое, не могу. Блин, форель была, блин, ё-моё, огромная. Привет. И оторвался балансир. Охренеть. Вот это да. Откуда здесь форель-то? Блин, почти вытащил. Почти вытащил, а? Фига разогнулся крючок. Охренеть. Офигеть просто. Блин, у меня руки дрожат. Я уже мороз не чувствую, 40 градусов. Вязал, смотрите. Крючок изогнут просто. Просто в хлам. Изогнут. Блин. Как обидно, как обидно. А, мороз. Это какая-то жесть. А тычки-то были, как у окуня. Я думаю, блин, окунек. Хоть окунька поймать. Ох, вот это рыбалка, блин. Два схода. Так это про первый раз тоже была форель, наверное. Ё-моё. Ещё одна. Сход. Блин. Ребята, это вообще капец просто. Это какой-то капец. Что здесь делать, форель, я не понял. Я слышал, что ее ловили из-за того, что когда-то хозяйства здесь были. Блин, ну а то, что тут зимой клюется льда, а балансир.
Это вообще... Фух, у меня сердце сейчас выпрыгнет. Фига себе, пришел порыбачить. Но руки дрожат, смотрите, по кончику удилища. Балансир маленький, сходы. Это было. Тыкает. В прошлый раз тоже тыкало. Ого, нифига себе! Вот это удар! Я тебя не упущу, наверное. Ё-моё, ё-моё, что творить, что творить? Я думаю, что тыкает. Вот это тыкает. Фух. Ребята, это реально кайф. Это просто офигеть, красавец, а? Фух, фуры. Ё-моё. Вот это рыба. Сейчас пробежимся по старым лункам, где были поклевки. Офигеть, уже замерзло все. Что за грязь-то? Капец, мороз. Дорогие. Я уже на дно не опускаю в пол воды. Это форель. Она поднимется, если что. Ой, есть, есть. Тихо, тихо. Да что это опять сход, ё-моё. Прыжки маленькие. Схода со сходом. Руки дрожат. Просто на слабоне. Так, дадим отдохнуть. Офигеть, два схода. Блин, крючки маленькие. Ё-моё. Поглубже тут чуть-чуть. Опа. Есть, есть, есть. Сейчас, сейчас будет поклевка. Сейчас будет. Я на есть клюнул. Вот. Блин, такой подъем хороший. Она все равно клюнет. Еще третий раз мимо. Она не уйдет, она не уйдет. Есть, 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 сидит. Плохо зацепилась. Плохо просекла. Тихо, 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 тихо. Смотри, что лунка творит, а.
Ух. Все дела, кстати, на гаврика. На гаврика вот такого красного. Ох, ребята, вот это рыбалка. Вот и перестала клевать. Здесь крючки реально маленькие. Маленькие, тупые. Сейчас вот это, по-моему, Lucky John, что ли, или что? Что, на Рапала не похоже? Кстати, сегодня одел специально тонкий костюм для того, чтобы проверить термобелье. Я в нем целый сезон отходил, мне очень понравился. Но я ходил как бы в хорошем костюме, а это я решил именно протестировать в тонком костюме в минус 40 вот сейчас. И прям офигенно, я вот напишу вот здесь название вам, чтобы вы знали. Есть. Сход, блин, глубину дал. Вот это да, даже форель согласна насчет термобелья. Значит, все-таки подходит цвет. И все равно сошла. Значит, может, не в крючках делать. Попробуем другой лунок. Он что-то забагрил. Права, что ли? А, запуталась. Что ты, блин, опять сход? Поклевка. Что ты, блин, опять сход? Я хотел уже менять балансир. Но не попалось. Ох, ребят, ну еще темнеет. А у меня все клюет. Хорошенький клюет. Молодец. Да я первый раз так вот. Первый раз? Да. Ну, да. Я пришел окуня ловить, а тут вон что. Этот балансир, да? Балансир? Ну у вас мелкий. Здесь надо крупный и яркий. О-о-о. Вот поклевка. Народу будет, ты подъедешь. Друзья, это было просто. Это было реально что-то с чем-то. Такая рыбалка, такие поклевки, такая борьба. Смотрите, это просто, ну, здесь кило, ну, полторашки и кило, две килошки. Ну, сколько сходов было, сколько поклевок, это просто жесть. Ну, это форель, это офигенная рыба. Я вообще так доволен, у меня руки дрожат. Просто шокирован. Классно, классно отрыбачил. Фух, ставьте лайк. Пока. Друзья, вы можете посмотреть другие видео на канале Сибири. Не забывайте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо за просмотр. Пока.